приветики. У нас суббота. Артур побежал за молоком в магазин. Закупились в русском магазине. Двое в русской школе. И еще нужно по делам побегать. Я сегодня должна была работать, но чудесным образом отработала вчера. Потому что я вчера утром пишу коллеге, говорю, у нас съемка завтра, все в силе. Она такая мне перезвонит, говорит, я уже еду. Я говорю, в смысле? Он говорит, у меня написано сегодня. Я говорю, а ты мне писала 19-го. И думаю, дай накрашу на всякий случай. В итоге, через полчаса на день клиентка приехала. Я говорю, я быстро собралась с мокрой головой, поехала на работу. Отработала, потом взяла Луиса в садик, потом Луиса фоткать для паспорта. Потому что у нас стоит термин в российском консульстве во вторник. Поедем в Берн. Вот. И сейчас вот закупились. Молочко докупим. И за Лучкой уже обратно. Сегодня собрались в ресторан. В Фрэнк-Шиллинг. Может быть, там что-то поснимаю. Не знаю, что-то в последнее время. У меня какие-то сплошные расстройства с ютубчиком. Они не дают монетизацию. Говорят, что нужно удалить какие-то видео. Какие конкретно видео они говорят. Я вроде все уже почистила по контенту в формате музыки. Короче, у меня драма. И мне, видимо, опускаются руки. Он, Артур, уже возвращается. Опускаются руки, ничего не хочет туда. Наверное, сейчас еще в книжную заедем. И все. Главное там держаться, не набрать опять кучу еще есть. У него замшевые юбочки, синие мадлончики. Осенний стиль у меня. Настроение осень. Капец, я так давно не была на почте. Что она уже с того здания переехала сюда, и там какой-то большой отдел прям стал. А я не была, наверное, 5 месяцев. 4 точно. Ну, как-то необходимости не было. Только если деньги закидываю, а их и так. Чаще всего клиенты переводят сразу. Да, Луис? Ку-ку. Это не костюм. Перчатки. Маска. Маска. Она вся течет? Да. Ну, это не надеть, конечно, на шоу, да? Почему? На обувь-то там сотрется вся ткань снизу. Ну, насчет этого, да. Это как-то лучше дома, да? Смотри прям. Ножку. Она светится. Да, она ночью будет светиться. Потом еще вечером одень, и потом увидишь. Подожди, как правильно? Давай. Ручка. Луис. Поворачивайся спинкой, папа тебя застегнет. Повернись. Там еще бантик такой смешной. Перчатки тоже одеть тебе? Такой ты хотел? Скелет. А? И вот так. Ты серьезно? Да. Давай тебе перед этой кроватью повесим, проснешься ночью. Я хотел перед берем поставить. Нет, надо крючочек и на дверь вешать, наверное. Я хотел перед дверью поставить. Поставить здесь или там на улице? Только пакеты не путай, ладно? Потому что пакет в пакете должен быть, ну, в том, в котором он должен быть. Но выглядит очень даже неплохо.
джинсовая. Я говорю, пакет порвет. Такой американец. Какой-то даже в левайсовском стиле, да, отчасти. Мне кажется. Небольшая? Мне кажется, надо меньше. Угу. Кажется, меньше надо. Выглядит по цвету, мне нравится. Но, ой, тут все натуральное, такое классное. Но нужно меньше. Однозначно. Как пьеро. Ты как будто это качок такой. Ну, прикольная такая. Не холодная, не холоднее, чем твоя. Воротник тут, да. А там мех тоже везде есть мех? Или докуда? А, он везде, меховушка. Не, а. Искусственный, да? Да. Да, если она эска, так вот, да. Вот так вот. А это нам просто как-то курица. Или? Ну это. Ну, вот это по этому. По размеру получше, да. Да. Но она как-то полегче выглядит, да? Все равно. Ну, у тебя такая же порванная. Ну, я бы если бы стиля. Хочу брать, мне кажется, прикольно. Не холодная? Шарфик еще это. Или пуловик. Вот это. Что? Ну, тоже свойства? Пуговицы, да? Да. Ну, они легче, потому что... Металлические. Металлические, да. И приятно это закрывать. Так, мне кажется, это тоже... Плюс аккуратно, аккуратно. Носочки! Сними носочки. Сними. Нравится? Да, меня что-то тоже на зевоту пробило. Страни тогда. Я куда? Не торопись только. Тут звери живут. Угу. В ломхе, да. И свет еще так падает красиво. Там он тоже кушает, только крюки кушает. Посмотри, он даже пятнышко. Да, видишь, пятнышко? Там с рогами даже есть. Козырь. Лео, вот такие вот листики, смотри, вот, вот. Левыша, Лео. Желуди не кушай, да? Лоис, купай, да, здесь что? Давай, бросай. Что-то каштан тоже особо. Не, рукой не надо, так лучше. Не, желуди эти. Нету, что ли? Нету. Не, не надо. Половинный дом? У меня какой-то параллельная улица остался. Наверное. Мама, в Берне. Сдали документы на паспорт Луиджи. И теперь гуляем. Куча китайцев.
Яблочки ищут. Стул? Стульчик, да. Бетонное кресло. Это бетон. Маски. Смотри, это Мюнстерплан. Смотри, какие часы, Луис. Не свались только. Машина аккуратно, Луис.